Ах, мой царь, куда нам? А сорви ей шунга гитар. Любой карантин эффективен до той поры, пока зараженных немного. Глядя вот на эти кадры уже сейчас, мы можем сказать, что никакой новый карантин невозможен в принципе. Поздно. Слишком поздно. Мечтаете избавиться от целлюлита градусов? Или опускаемся в банный чан с водой до 40 градусов? А теперь втираем смесь в проблемные зоны. Соль вытягивает лишнюю жидкость. Березовый лист оказывает бактерицидное действие, а мед тонизирует кожу. Через 10 минут смываем состав. И окунаемся в прохладную воду. Приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе. Из-за сложности в соблюдении безопасной дистанции театры получат разрешение на открытие 1 августа. Сейчас труппы... Столичные власти снимают ограничения на работу культурных и досуговых центров. Развлекательные площадки с аттракционами уже принимают гостей по-прежнему. Обязательно строгое соблюдение санитарного режима после каждой группы детей. И самое важное, маску на улице можно не носить, а надевать ее только в помещениях. В общественном транспорте индивидуальные средства защиты по-прежнему строго обязательны. Мария Саушкина, Андрей Лапидус, Маргарита Королева. Вести. А пляжи сегодня народу полно, да? Угу. А вода как? Тушь у нас термометр. Класс! Она была тепленькая. Короче, сезон сегодня прям стартовал. Пляжи прям заполнены все. Мы прошлись по всем пляжам. Народу полно просто, полно. В каждом пляже было очень-очень много народу.